Сегодня в управлении ГИБДД Татарстана наградили журналистов со всей республики. Это те, кто постоянно показывает и рассказывает о безопасности дорожного движения. Победителями стали и наши корреспонденты. Диана Василова, Екатерина Кудинова в номинации «На страже дорог». Здесь же получили дипломы корреспонденты радио ГТРК «Татарстан». Также их коллектив занял первое место за программу «Новости» и второе место за рубрику «Перекресток». Всего на конкурс «Доверие и безопасность» предоставили около 500 работ. Сделать выбор жюри было нелегко. Каждый репортаж уже представляет собой профилактику безопасности на дорогах, подчеркнул главный госавтоинспектор Татарстана. Журналист, который пишет о безопасности, в первую очередь безопасность дорожного движения, это человек, который знает эту проблему. Это значит тот, кто вместе с нами и вот та немногочисленная команда госавтоинспекции в вашем лице имеет вот такую мощную поддержку.